Всем привет! Макдональдс отменил акцию с Биг Маком по 3 рубля. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и все подробности расскажу прямо сейчас. Акцию, которая была приурочена к 30-летию организации деятельности в России, отменила сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Об этом сообщает агентство «Москва». Уточняется, что это связано с мерами по предупреждению распространения коронавируса. Уточняется, что 31 января в первом предприятии быстрого обслуживания «Макдональдс» на улице Большая Дронная должна была проходить акция, в рамках которой покупатели могли приобрести «Биг Мак» по цене 30-летней давности. Правительство Москвы рекомендует в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий. На этом у меня пока все. Больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!